Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про військово-політичне загострення на кордоні між Україною та Росією. У нас в гостях політичний експерт Андрій Клячин. Андрій Клячин – політичний експерт. Освіта – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук. Протягом багатьох років є консультантом відомих політиків. Одружений, хобі, кіно, спортзал. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ми маємо військовий конфлікт, військово-політичний, він то загострюється, то таке перемир'я хитке вже фактично 8-й рік. От у цьому місяці вже виповнилось 7 років. Чому про загострення почали говорити саме у 2021 році? Що це було, як це відбувалося? Стали говорити, тому що... Ситуация от гибридной так называемой войны, когда России как бы нет формально, а самая разная поддержка есть, ситуация перешла к четким движениям российских вооруженных сил, дислокации, как бы учениям, переброска массированная с укреплением, с оборудованием стационарных там частей и так далее. То есть, если раньше общее, если раньше общественное сознание, люди понимали в Украине прежде всего, что война гибридная, это плохо, она продолжается, она не закончится, но обострение какой-то полномасштабной именно войны двух государств, о ней речь не идет. Я достаточно исследований проводил там фокус-групп в Донецкой области. То есть люди в основном говорили, скорее всего, так и будет плохо, в таком замороженном виде, но обострение уже вряд ли будет. То есть, здесь... эти фокус-группы, что вы проводили, я так разумею, это было в минулому році, когда місцеві вибори были? В минулому и уже и в этом году несколько. То есть это не была цель исследовать именно вопрос войны, просто в любом случае он оказывает влияние на сознание. Я просто хотел уточнить, какие самые это регионы, потому что мы розуміємо, скажімо, Добропілля, да, яке на кордоні з нашою областю, це одне питання, да, або до зони розмежування ближче. Да, правильно, это как раз вот там то, что ближе к нам, там и Доброполье, вот вся вот эта часть, которая там война их затронула, да, ну, понятно, не самая линия фронта, то есть не серая зона, там не Авдеевка, не, ну, то есть там, где достаточно тяжело что-либо, в принципе, проводить, скажем так. Хотя удавалось некоторым социологам в период местных выборов именно опросы, то есть определенные. Возвращаясь к теме, вот почему заговорили, потому что из варианта гибридная, да, Россия помогает, но разве там нет, значит, и она не решится, то есть не будет полноценного, полномасштабного конфликта. Сейчас, знаете, ощущение было, когда иногда спрашивали, как ваше настроение, ощущение, я иногда так горько, шутка, как вот 20 июня, там, 41-го примерно, наверное, хотя я не знаю, как себя люди тогда чувствовали. То есть, когда тоді ж было раптовый, так и напад вважався, да? Тем не менее, на кордоні десь щось знали, але, тем не менше, по всей країні. Столкновения, самые разные конфликты приграничные и перетягивания войск, они присутствовали на тот момент, поэтому, в силу там той исторической ситуации, да, когда Советский Союз и Германия нацистская, они как бы остановились вот на границе, скажем так, разделили Польшу, да, то есть, поэтому, возможно, надежда на какие-то дружеские отношения, то есть позволяло там нормально себя ощущать, когда вас войска стянуты. Тем не менее, оказалось вот так. Теперь ситуация уже там так прямого подхода российских кадровых войск в непосредственную концентрацию их вокруг границ Украины, причем не только с востока, да, там с юга, в том числе Крым. Поэтому, естественно, это произвело такое впечатление. Раньше гибридное не может быть, а теперь вполне себе может быть. То есть опасения стали реальностью. То есть даже не опасения, а страх. Любая война, я думаю, большинство людей воспринимают
действительно со страхом, это вполне естественно, то есть страх стал и угроза вот этой вот столкновения стала вполне себе, его можно было пощупать. И несмотря на то, что в информационном поле достаточно было версии, то есть они были даже целеспромованы с точки зрения того, что экспертов украинских, что Россия не готова в военном плане, то есть это поигрывание мускулами, но в военном плане не готова и в политическом вот открывать войну. Но опять же, тут можно всегда вспомнить, когда Российскую Федерацию, до этого Российскую империю, останавливал факт, что они к чему-то там не готовы. Вот. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, тема стала вполне себе реальной, осязаемой, поэтому ее невозможно было не заметить. Причем, ну, это заметили, не просто заметили, это стало первой темой и для европейских политиков, для мировых. Ну, это, возможно, была одна из целей вот этого нагнетания. Не единственная, думаю, мы там перечислим сегодня, но одна из целей, чтобы с Россией в очередной раз, это очередная попытка Путина, чтобы с Россией разговаривали не просто как с каким-то одним из партнеров, а как в период, условно говоря, там, биполярного мира, да, когда США, Россия, ну, возможно, там США, Россия и Европа в целом, но абсолютно... Абсолютно на равных. То есть ни одна из европейских стран, да, а один из трех глав, ну мы не берем сейчас Китай, столпов, допустим, вот, европейской, американской политики. Ну вот Россия, Китай, США, Европа цельная. От ні більше, ні менше. Ну, в принципі, от те, що ви сказали, мені дещо нагадує слова Алана Кулісона. Це є такий оглядач журналіст Лос-Анджелес Таймс. Він займався якраз Росією та Україною. Був з офісом в Москві. Я з ним у 2014 році цілком випадково зустрівся. У нас, ну зрозуміло, всі сюди тоді приїжджали. Він говорив, що в принципі країна знаходиться у другій лізі, але намагається грати як у першій. От така фраза. Тобто. Вы это имеете на увазі? Да, это идея фикс, то есть это важнее экономики, как мы видим, это важнее там других каких-то соображений, я уже молчу социальных, я имею в виду для России, то есть играть для России, для ее руководства, давайте, может быть, так называть, не для всех людей, хотя, опять же, пропаганда работает, то есть для многих обычных людей в России тоже, возможно, это на сегодняшний день в сознании идея фикс, то есть игра в высшей лиге, причем, знаете, в суперлиге, я бы назвал так, то есть там, где не 16 команд, а там, где 3-4 команды. Вот. Поэтому вот этим во многом это было обусловлено, и когда мы даже говорили о гибридной войне, и были какие-то надежды, что вот может быть что-то случится, она закончится, на самом деле пока не решена, в том числе вот эта цель России, не закончится, незачем было начинать, к сожалению, я это говорю с сожалением, но такова как бы логика и историческая, прежде всего относительно России, и политическая, что ну, если этот рычаг можно будет использовать, то он будет использоваться и тянуться сколь угодно долго, поэтому иллюзии относительно того, что вот раз и все решится, они, к сожалению, к моему, они остаются иллюзиями, потому что сама логика любого такого глобального конфликта, он может исчезнуть, когда либо одна из сторон уничтожила другую, ну, то есть полностью достигла своей цели, либо когда сама цель потеряла значение, да, потеряла значение, то есть либо экономическую, это еще, ну, допустим, там у России возникли, например, другие проблемы, вот глобальные, что уже здесь как бы неинтересно. Но мы понимаем, что это вряд ли может быть. Поэтому пока есть участники, которые не реализовали свои амбиции, да, каждый свои цели, пока территория, государственность украинская, вообще расположение в Европе, пока имеет смысл для того, чтобы действовала Россия, действовала Европа. К сожалению, конфликт, то есть вот он не может быть исчерпан. Могут быть какие-то перемирия, могут быть какие-то, скажем так, паузы, а потом активизация. Но о полном решении конфликта он просто по логике не может, нельзя говорить. Якщо говорити про події, що передували цьому загостренню, це перемир'я. Те, що неодноразово про це говорив президент Зеленський, да, перемир'я, яке, як казали наші можновладці, зокрема і президент, да, от діяло десь з літа 19-го року по, власне, до моменту загострення. От ваша оцінка, чи було це перемир'я перемир'ям?
Слово интересное, перемирие, понимаете, трудно определяемое. Войны на то мир, есть да, мир, да, то... есть мир, есть она, а есть некое перемирие, когда страны вроде бы как были, стороны, давайте назовем так, согласились, уменьшается какая-то активность, а если где-то постреливают или даже убивают, то это как бы частный случай, ну, перемирие, да, там кто-то куда-то там неуправляемо глобально там, ну, там, что-то сделал. Но на самом деле понятно, что это делается все по команде, это делается все целенаправленно. Поэтому перемирие — такое слово, которое трудно определить. Ну, то есть перемирием можно назвать многие-многие вещи. Только что я назвал такие. Постреливают, но вроде меньше, чем раньше. Ну, чем не перемирие? Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, это, я не говорю, что это бессмысленно. То есть это те движения, которые государство должно делать. Я думаю, прекрасно понимают аналитики, что глобального разрешения конфликта вот так путем каких-то, ну, вот, переговоров вот о чем-то, вот приехал, например, Владимир Зеленский, о чем-то быстро договорился, их его не может быть. Но сидеть на месте, ничего не делать, это как бы тоже не вариант. Нужно создавать те условия, дипломатические, военные, любые, которые, когда ситуация изменится, когда можно будет ее повернуть, то есть они как бы сыграют, то есть создается база для того, чтобы потом при возникновении ситуации сделать необходимый ход и этот конфликт решить. То есть если просто сидеть и ждать, когда там, условно, там, у России возникнут другие проблемы, или там, у Путина возникнут другие проблемы, или что-то вообще случится, так нельзя. Поэтому само движение, оно правильно, естественно, нормальная работа должна быть постоянно. То есть вот это вот условное молоко до масла, чтобы стать как та лягушка, его нужно, естественно, взбивать 100%. Но это не мир. То есть если, опять же, коротко отвечать на ваш вопрос, да, было перемирие, мира полного не було, тому що це, ну, по факту не на сьогоднішній день невозможно. Якщо повертатись до питання загострення, да, тобто от ви сказали так досить докладно про зміну дислокації місць базування російських військ, стягування їх до кордону, але фактично, от, якщо говорити про порушення перемир'я таке глобальне, да, це більше пострілів, це більше поранених, це більше загиблих. От те, що ми в тому числі і спостерігали. І з чим це пов'язано, з вашої точки зору? Це, власне, і є реакція на те перебазування військ, чи як? Ну, почалося це немножечко раніше, я маю в виду, знову появлення смертей з нашої сторони. Началось чуть раньше, чем вот это перебазирование глобально, когда об этом, по крайней мере, раньше, чем об этом заговорили. Очень многие это связывали с историей с закрытием телеканалов, с санкциями против Медведчука. Причем я эти мнения слышал от достаточно, ну, известных экспертов по украинским каналам. Ну, я не разделяю их простоты подхода этого. То есть, возможно, где-то как-то какую-то там каплю это сыграло, но подобные проблемы решаются несколько, ну, то есть, как бы другим способом. То есть, это влияние на политику Украины могло быть, какие-то пересмотр чего-то, нахождение, возможно, новых альтернативных политических сил, но не глобальное обострение. Поэтому пошли параллельно два процесса. То есть, как бы обострение вот на линии соприкосновения и как повод для того, чтобы начать, как сейчас уже заявляется, учение, передислоцирование, которое на самом деле могло иметь и глобальные, и какие-то второстепенные цели. Ну, что на поверхности? Ну, то есть, во-первых, на поверхности одно дело поигрывать мускулами, другое дело проверить все это в действии. Ну, вот смотрите, была определенная проблема, ну, как Азербайджан, Армения, например, да? Угу. Турция, Азербайджан, ну, Турция, скажем так, и Россия, которая так или иначе, по идее, там, Армения, виден, да. То есть началось, ну, в какой-то момент оказалось, что Россия полноценно не вступила, да, в войну, а Азербайджан воспользовался беспилотниками и всем остальным. Mm-hmm. Почему не вступили? Не нужно, не готовы, не хотели ссориться с Турцией или не были уверены в том, что все получится, потому что тогда было бы еще хуже. То есть это... говорили просто, что, ну, такой чисто формальный привід, да, что Азербайджан, Вермения, Россия є в одній безпековій структурі, да. Тому, ну, якби, Россия не може виступити у цьому конфлікті. Да, но это я как привел пример. Смотрите, в любом случае, это проверка, не просто уже поигрывание мускулов, это проверка, а как оно будет. То есть нужно проверить, в конце концов, как это реально состоится, потому что это переброска тысяч людей, это переброска вооружения, оборудования. То есть это действительно такие учения, скажем так, приближенные к действительности, потому что это нужно было сделать, то есть не как игрушка. Второй момент,
Я не исключаю, что российская там разведка и все остальные внимательно следили за тем, как реагируем мы, как реагирует Европа, как реагируют все остальные. То есть прорабатываем модель, а если это будет, то каким образом, какая будет реакция, как быстро смогут быстро дадут оружие, как быстро отреагирует политика, как быстро произойдет здесь перегруппировка, что вообще будет происходить. То есть это, к сожалению, это на будущее, но я не могу по-другому это оценивать. Дальше еще один момент, это, скажем так, определенный такой прецедент, когда подходят, мы смотрим, как реагирует Европа, США, и в следующий раз, возможно, реакция будет, несмотря на заявление НАТО, что мы внимательно следим, может быть, и не такая быстрая. Ну, потому что раз подошли, отошли, ну, второй раз подойдут, отойдут. Может подумать коллективный Запад. Ну, скажем так, я не говорю, что они, там, аналитики западные там глупые, ни в коем случае. Просто может сыграть для политиков вот такая вещь. Не для аналитиков, а именно для политиков, которые скажут, ну вот давайте не будем ссориться с Россией. Они подошли, отошли, подошли, отошли. То есть определенное, знаете, убаюкивание, которое может быть. Вот. И, ну, як в тій історії про хлопчика, який кричав, що волки нападають. І наконец-то, нарешті напали. Поэтому здесь, да, и плюс, я так понимаю, отвод войск еще, то есть разная аналитика появляется, вообще, что отвели, что оставили, что есть там, американские аналитические центры, которые то, что выходит в публичную сферу, как бы, что на самом деле там до 30% войск еще остается и останется, и стационарная вот эта оборона, которая, то есть оно там тоже останется, то есть, соответственно, уже плацдарм для того, чтобы в следующий раз сократить время вот этого вот, например, следующего учения и, не дай бог, вторжение, он тоже это дело, тоже имеет место. Поэтому здесь есть ключевые цели, да, геополитические, чтобы с Россией разговаривали на равных. И есть ряд военных целей на всякий случай. Сейчас Путин объявил не мобилизацию, выскочила термин, извините, военнослужащих запаса, то есть они будут, как бы, это не в армию, это вот в обучающиеся эти лагеря, то есть тоже это следующее звено цепи, ну, во-первых, посмотреть, насколько так, це 26-го, вот, да, буквально, да, насколько, условно говоря, война народная для России действительно, то есть это может стать реальностью, да, то есть насколько люди встанут. Потому что сейчас есть большой вопрос, диванные ли это патриоты там или не диванные. Ну, во-вторых, то есть проверить мобилизационную силу, проверить общественное настроение. Возможно, это не в плюс сыграет режиму Путина на самом-то деле, что когда люди действительно поймут, что надо идти еще и, возможно, ну, потренироваться, а потом воевать, то есть может немножечко отношение изменится. Но, в принципе, это следующий вполне реальный шаг. Проверить, прокачать все узлы, то есть насколько можно будет мобилизовать большое количество людей, насколько люди реально поддерживают этот режим. Ну и плюс выборы, на носу выборы, и вы понимаете, чем больше, чем закрытие власти, до речі, больше страх. Я хотел спитати, чтобы эта думка не загубилась у нас, да. Да? От, да. Восени будут выборы до Держдуми, да? И не секрет, что в принципе провладна партия «Единая Россия», как говорят аналитики, вот на сьогодні, не аналитики, соціологи, мають найнижчий рейтинг ледь не за останні 20 років, за роки її існування. От, чи не може бути така маленька побідоносна війна, от, певним таким поштовхом, певною такою задумкою, да, чи є, можливо, така думка, щоб підвищити в тому числі ті рейтинги, які мають на сьогодні місце? Да, 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 это один из тоже глобальных вариантов, как сценария. Ну, опять же, нужно соблюсти, чтобы она была маленькая и победоносная. Понимаете, в чем дело? То есть глобально, опять же, нужно прощупывать Путин, прощупывать варианты. А вдруг это все-таки Европа будет при помощи США более решительно, чем, допустим, в 1939 году, да, ну, по истории, я думаю, там зритель знает, когда была объявлена, после захвата Польши, была объявлена война Германии, так называемая странная, то есть когда война объявлена, но никто не воюет. То есть нужно прощупать, будет как тогда, в случае чего вот эту модель, либо будет более решительная, тогда не получится решительное действие Европы, тогда может не получиться маленькое победоносное. Поэтому, как бы ни цинично это звучало, если на сегодняшний день внимание России переключится на Беларусь, я не говорю, что это позитивно вообще, но на
увеличение интеграции, тем более в том положении, в котором сейчас находится Лукашенко, да, и в том, что он закрыт, и в том, что он, я так понимаю, либо хороший актер, либо свято верит, что его семью хотели убить. Я не говорю да или нет, но просто он в это свято верит. В этой ситуации можно говорить об углублении интеграции, то бишь, ну, практически слияние. Да? То есть это может быть фактором повестки дня. Нужно о чем-то говорить, о каких-то успехах. Uh-huh. Поэтому если на сегодняшний день внимание России переключится на Беларусь, например, ну, будем считать, что на сегодняшний день вариант Украины откладывается на потом. Опять же, я бы не хотел там, быть скептиками там, зрителей каким-то образом и нас с вами пугать, напрягать, но именно на потом. То есть мы должны понимать, что будут следующие выборы, будут следующее желание решить свои геополитические вопросы, поэтому это не, скажем так, это не какая-то не мандат на то, что конфликт уже разрешен. Но то есть нужна, соответственно, действительно нужна некая тема победоносная, которая в том числе позволит выиграть эти выборы, несмотря на фальсификации и все остальное, действительно возможны, то есть настроение в России, возможно, не такие радужные, как доклад, ну, как вот их представляют средства массовой информации. Еще один момент, наверняка, чем закрытие власти, тем больше она пугается даже каких-то небольших опасностей. То есть я не удивлюсь, если до верхушки, до Путина, до его соратников доносится информация наоборот, что у нас проблемы, нам нужно закручивать гайки, нам срочно нужно вот это делать и вот это. То есть усиливать. Поэтому на сегодняшний день, да, действительно, еще, возможно, напрягает ситуацию то в России, что обычный соцопрос не выявит, сколько против Путина и против его партии. Uh-huh. То есть люди, есть определенный как бы, момент, когда люди просто уже при таком давлении не будут особо признаваться чужим людям в их своих политических предпочтениях. Поэтому вот эта вся ситуация неизвестности и ощущаемых проблем действительно толкает Россию к тому, что нужна какая-то тема. Был Крым, там противостояние с кем-то еще. Теперь нужна тема под выборы, которая заглушит тот негатив, который там присутствует. Uh-huh. То есть, к сожалению, это могла быть Украина, еще может быть Украина. Вот. Ну, это надо, скажем так, проинформирован, да, значит, вооружен. То есть это надо понимать, тут не надо себе создавать иллюзии, что такого нет. Так это действительно наш вариант сценарію України наверняка рассматривается самым серьезным. Якщо підійти до загострення дещо з іншої точки зору, да, а саме з точки зору реакції української влади і Заходу, колективного Заходу. Да? От як ви його оцінюєте, наскільки ця реакція була на загострення, на стягування військ адекватною? Вы знаете, я не военный эксперт в этом смысле, то есть, mm-hmm. чтобы я не говорил как бы о своей... Ну, ты еще, да, скажем, мы бачили она в публичном да, поле. Она, с точки зрения коллективного Запада, она предсказуема. То есть, Соединенные Штаты решают свои вопросы. То есть, сегодня Путин убийца, завтра его могут все равно пригласить поговорить там на климатический, на саммит. То есть, это там свои вопросы, как бы мерение силами и решение, ну, то есть, кто где будет, скажем так, управлять по геополитике. Европа, она логична и постоянно на протяжении, я думаю, уже сотен лет, то есть она отреагировала своим занепокоением, да, призывами, на которые мы уже видим, что бы там ни говорили там, дипломаты, которые Путин воспринимает, то есть он их уже просчитывает, он уже понимает, он уже готов к этим призывам. Поэтому насколько была бы велика военная помощь, и насколько бы она, ну, в случае какого-то обострения, насколько бы она вовремя пришла, я не берусь говорить, потому что не военный эксперт, однако могу сказать, что любая военная помощь существует, в том числе в нашем обществе, некая иллюзия, что Запад нам поможет, это нас обезопасит. Нет. Это создаст нам возможность защищаться и говорит о том, что да, будет активизация противостояния. То есть это не безопасность как таковая. То есть гроза не прошла, просто мы с этой грозой будем более, мы будем зонтиком каким-то. То есть mm-hmm. поэтому речь идет, поэтому Европа пока не удивила. То есть были определенные политические вещи, которые, то есть в отличие от Байдена,
Путіна ніхто убійцею не назвав з європейських лідерів по понятним причинам, тому що Андрій, зав'язана Андрій, економіка. На жаль, все. У нас буквально пару хвилин залишається, але тим не менше, щоб не щоб підсумувати на нашу розмову, не можу не задати вам питання. От в контексті цього загострення відведення військ неповного, як ви сказали, почали активно обговорювати можливість зустрічі і ведуться відповідні перемовини Зеленського з Путіним. З вашої точки зору, чи слід її чекати найближчим часом і гіпотетично, якщо вона відбудеться, чого від неї можна чекати? Повторюю, буквально 2 хвилини. Я очень сомневаюсь. Вот, опять же, знаете, прогнозы дело такое, там могут быть свои сценарии. Опять же, реакцию того же Зеленского можно описать тоже, ну, то есть правильной. Он обратился к людям, но четкого понимания, что вот завтра война, да, может быть, то есть произнесено не было. То есть, возможно, он что-то знал, то есть уже чуть раньше все эти вещи, да, и каких-то предпринятых вещей не было, чисто механических, да, мобилизации, слава богу, там, или каких-то еще вещей. По поводу, пока что на уровне шоу, то есть давайте встретимся на украинском Донбассе, ну, понятно, невозможно никак, давайте встретимся в России, понятно, Зеленскому невозможно, хотя он на всякий случай себе оставляет такую лазейку, что где угодно могу, потому что зачем Путину добиваться быть наравне с Байденом для того, чтобы потом приехать на Донбасс к Зеленскому? То есть не может человек, который хочет Суперлигу, приезжать к стране, которая меньше. То есть это невозможно. То, что сегодня произошло с Ватиканом, у меня такое ощущение, что это все-таки пока что игра в шоу. То есть задним умом каждый может себе понимать, что в случае чего, ну вдруг необходимость будет, где-то встретимся, то есть все готовы, но все демонстрируют, предлагают варианты, скажем так, через запятую. То есть мы встретимся, если, как говорит российская сторона, не будем обсуждать Донбасс. Для Украины это что? Зачем тогда встречаться? Обратная сторона, Украина говорит, давайте на Донбассе с Зеленским. Зачем Путину из желаемой высшей лиги ехать к Зеленскому еще и на территорию Донбасса. То есть пока это все, скажем так, война в какие-то знаки, сигналы, в основном ориентированы на внутреннюю аудиторию. Зеленский показывает здесь, что он готов бросить вызов Путину и решать наши вопросы. Путин отвечает, что, ну, это мне не по рангу, ну, вернее, его пресс-служба, но если что, я готов, я хороший парень. Угу, але тем не менше, буквально 20 секунд, да. От якщо така зустріч колись, неважливо, де відбудеться, буквально так чи ні, з вашої точки зору, чи можна буде вирішити питання Донбасу і чи можна його вирішити хоча б до кінця каденції Зеленського? Если Путин приедет к Зеленскому, то об этом можно уже будет хоть как-то предполагать, потому что что-то должно нереальное случиться, чтобы он приехал к Зеленскому. С другой стороны, внутренняя ситуация в Украине Зеленскому любого рукопожатия с Путиным могут не простить. То есть, если так, будет хоть минимальная уступка, это вообще рукопожатие. Да, конечно. Андрій, конечно. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Андрієм Клячиним. На все добре.